Черт. Дырка в радиаторе. Вероятно, с момента, когда мы пробились через ворота, это все же она завела же нас сюда. Еще 20 минут, и мы бы приехали. Так, еще 20 минут, и мы бы приехали. Смотрите, в городе найти машину на ходу. Хорошо. Как далеко мы живем? Похоже, как только пройдем через город, нам предстоит топать еще 5 километров. Так, хорошо. Тачку найти рабочую, да? Так, сестренка, не мешай. Интересно, мне нужно подходить к водительскому сиденью, либо нет, либо мы просто пробежим уже с вами эти 5-8 километров. Так, хорошо, давай смотреть. Ну, те машины не работают. Это тупо было бы, наверное, чтобы вначале ставить рабочую тачку, да? Сейчас по-любому, наверное, бабайки на нас нападут. Так, ну справа тупик. Прямо тогда. И прямо тупик, да? Ой, и пролагало немножко. Хорошо, вот еще тачки. Так, ну. Закрыто. Закрыто. А вот ты, мне кажется, открытая. Так, еще пару дней тому все было хорошо. Теперь смерть повсюду. Безумие. Здесь определенно что-то не так. Чем дальше мы заходим, тем хуже все становится. Так, оно должно быть какое-то объяснение. Найдите вход на заправку. Здесь может быть кто-то, кто сможет нам помочь. Так, давай проверим. Ой, только не ври, что ты не сможешь сейчас с помощью пистолета вот это вот так сделать. Не сможешь, понял. Ну, нет так нет. Так, мне пока месяц это не нужно, хорошо. Интересно, а тут как в PUBG сработает, если я выстрелю, бомбанет. Так, нам нужно зайти. Давай, наверное, через черный вход. Угу, черный вход закрыт. А здесь у нас... А здесь у нас открыто. Как ни странно. Ладно, мы заходим. И что мы здесь с вами ищем? Надеюсь, не про лаги. Так, игра. Надеюсь, тебя отпустит. Так. Дай сюда. Мы нашли с вами ключи. Хорошо. А ключи от чего? От тачки, либо от заправки? Вот это вот я... Охренеть. Может, нам и не придется тупо всю дорогу. Боже мой, состояние идеальное. Ну, сейчас, наверное, надо будет найти какую-то детальку, да? Я угадал. Просто так же оно не сработает. Ну? Как его опустить? Алло, игра? Как мне тачку опустить? Так, ну по идее, вот тут должен быть механизм. Ну? Алло. Алло, игра. А дай мне тачку, пожалуйста. Или мне надо сначала ворота открыть? Так, записка. Хорошо, если ищешь ключи к машине, Бобби, они в пабе. Угу, они решили утопить. Они решили упиться в Зюзю. Хорошо, ладно, значит, тупо в бар, находит там ключи, возвращаемся сюда, мимо. Не кажется, я сегодня тупать, походу, к черту куличка. Просто странно, понимаешь, что именно?
Да этот, весь этот город. В голове не укладывается, куда все подевались. Довольно странно, что с момента приезда сюда мы не видели никакой признаки жизни, кроме этих тварей. Блин, все будто были здесь. Так, я пытаюсь на этом не зацикливаться. В записке знаю, что ключи в баре. Это место ничем не хуже для начала поисков. Так, в барах собирается много посетителей. Владельцы, что-то там... Самое что-то там, блин, как же быстро это все происходит. Эти диалоги. Так, где эти бабайки? Ага, и дверка открыта, да? Что-то как-то сильно быстро он топал. Что-то как-то сильно быстро ты топал. Тихо, тихо, тихо. Так. Тихонечко. Чтобы нормальные диалоги сделали, не такие быстрые. Так, здорово. Ну куда ты? Куда ты лезешь? Все стоят, а ты лезешь, а? Как там было? Какого кадра мы вам нарисовали? Образованный революционер. Так, местный бар. Хорошо, давай искать местный бар. Только где он находится? Там будет вывеска бар на нем или нет? Или навряд ли. Я так понял, сестра за нами не пойдет, да? Ну правильно, я тоже бы не ходил бы. Так, местный бар. Местный бар у нас, наверное, где-то сюда. Не помню, проходили мы его, не проходили. И вообще, как этот бар может выглядеть? Ты не бар? Нет, ты не бар. Где я возьму ему этот бар? Чё от меня хотят? Так, здесь у нас... Ага, здесь у нас закрыто. Здесь закрыто, здесь закрыто. Но это будет тупо, если сейчас самое начало пробегу. А у нас там где-то возле заправки находится. Ну да. Я прибежал в самое начало. Ладно, давай поднимемся. Нема. А вы не могли сесть в эту тачку одну из полицейских, не? Походу нет. Ладно, ладно. Бегим. Бегим, бегим. Чисто городок Silent Hill напоминает. Тоже такое мрачное, туманное. Как тут бар выглядит? Скажите, пожалуйста. Как тут выглядит бар? Так, может, сюда и нужно как-то пройти, а не? Навряд ли. Думаю, навряд ли, да? Везде забор. Везде тупик. Понял. Только не могу понять, зачем с нами сестренка поехала, если она нам не помогает не искать. Ничего не помогает. Так, ты не бар? Ты не бар. А ты? А я? А он? А мы? Записка. Так, прочитать никто никогда не прочитает эту записку. Все, держу в курсе. Угу. Это тоже не бар. Но зато мы узнали, что эту записку никто никогда не прочитает. Это уже хорошо.
О, вот, похоже на бар, да? Чисто шведский стол. Все дела. Так, давай смотреть. Не, нема, нема, нема. А тут? И тут нема. Ладно, где-то да есть. Направо мы, по-моему, сюда не бегали. Не, ну в любом случае нужно было сбегать в начало, потому что бывает такое выигрыша. Бежишь куда-то, оно находится именно в самом начале. Так, найдите местный бар. Я не знаю, где он и как он выглядит. Так, если честно, я уже задолбался. Я хочу отдохнуть немножко. Так что давай ищем бар, находим тачку. И думаю, в принципе, крица на сегодня хватит. Ага, здорово, вот тебе и бар, да? Ага, дальше меня не впускает. Потому что дальше меня не впускают, окей. Здесь их слишком много. Ага, патрошков у меня слишком мало. Ой, ёп. Йоу-йоу-йоу-йоу. Скюзи. Скюзи. Так, может сюда? Ага, сюда нельзя. Так, мне обязательно их нужно всех убивать, или либо... Или мы сможем убежать просто. Так, где они стали за бар? Еще один остался. Ты что, издеваешься? Все, хорошо. Отлично. Терпайди. Блин, опять пуховик грязный. Так, терпайди, мы должны найти этот бар с вами, да? Интересно, тут-то? Ну, пролагало так, как будто тут-то, но... Увы, но нет. Вы, но нетушки, нету. Ну все, это последнее место для бара. Ой, как же оно лагает, как же оно подтупливает. Особенно когда к зданию подходишь. А что самое тупое, что я отсюда не мог был выйти? Все, ребят, я не знаю, где бар. Все. Мне впадло его искать. Если честно. Так, ну это заправка. Тут дверки не открываются. Я не знаю, где тут бар. Ах ты, ё, какая... хорошая оптимизация всего. Честно, без понятия. Давай еще тут пробежим, посмотрим. Но если вот это вот здание не бар, тогда я не знаю, что говорится, что его искать и что это делать. Так, тебе пока место не надо, а сейчас надо. Так, найдите местный бар. Нет, нет. Тоже нет. Возможно, но нет. Ну и где ты? Где ты, когда ты так нужен, бар? Блин, тупо. Как же тупо. Может, внутрь нужно забежать, посмотреть. Может, я что-то упустил.
open. Так. Open, open. Слышь, ты не знаешь, где Барни? Понял. Ты на сипа на это не знаешь ничего. Да я без понятия. Да честно, я без понятия. Куда тут нужно идти? Так, ну здесь дальше тупик, правильно понимаю? Ну да. Дальше тупичок. Хопа. Да ты что, тупо ниндзя. Ну, игра. Где тут бар? Ну там же, где монстры были, может... Может, я упустил, и нужно было пробежать в ту сторону, где... Помните, нам монстр не давал пробежать? То есть, нужно было пройти нам... Так, погоди, откуда мы пришли? По-моему, отсюда мы пришли. Сейчас налево. Ну, как вариант. Куда нас не хотела игра пускать изначально. Типа вот сюда. По идее. Так, чем бы это ни было, не может так быстро расходиться. Но все же это место какое-то мертвое. Так. Явно это не бар. А ты у нас бар. Где у нас бар? Давайте немножко побарствуем. Так, ага. Так, победите чудовище, чтобы рассеять туман. Чудовищ. Типа их тут больше одного. Ага, вижу. Так, мне это просто мерещится, но, увы, но нет. Увы, но нет, это тебе не мерещится. Блин, хоть какой-то звук попадания делали. Так, 28 патрошков. Ну, будете нападать на меня, либо нет. Алло? Давай, иди сюда. Так, не уверен, что я там попадаю издалека, так что давайте... Давайте ближе подойдем. Так, все. Увы, увы, но нет. Крыться, увы, но нет. Ну все. Ой, как тебя пролагало. Ой-ой-ой. Все, музыка закончилась. Ага, не закончилась. А сейчас... И сейчас не закончилась, да? Так, и кто тут есть? Кто тут есть, кого я не вижу? Ага, вот, вот эти вот засранцы маленькие. Маленькие засранцы. Три патрона, ребят, все. Ага, хорошо. Отлично. Так, ну тут тупик, ну тут явно нету бара, да? Блин, как же меня бесит вот такое вот в играх бегать и не понимать, что ты куда ты, что ты от меня хочешь, игра. Скажи, пожалуйста, что ты от меня хочешь, я сделаю. Просто скажи, как вылетит этот гребаный бар.
Нельзя, не знаю, там проводки там свернуть. Как в фильмах делают. Ну вы же главные герои. Так, давай смотреть сюда. Ну, единственный путь сюда. Ага. Так, победите чудовищ. Ух ты, ё-моё, сколько вас здесь. Как вы начинаете лагать. До побачення. Опа. Ах ты, падла, ах ты. Ах ты, фу, таким быть. Фу-фу-фу. Не спи, замерзнешь. Так, во, давай воспользуемся вашей тупизной. Вы застряли здесь. И победим вас всех. Хорошо, победили. Отлично. Все? Или еще кто-то есть? Или еще кто-то тут есть? А ну, только честно признавайтесь. Да, есть сзади, вижу. Так. Иди сюда. Все. До побачення. Угу, еще не все, потому что... еще музыка играет. Ладно, ладно. Давайте заюзаем аптечку. Так мы же вроде с вами всех уже перебили. Что оно? Что оно музыка не заканчивается? Я говорю, самое большее тут напрягает вот эти вот маленькие. Вот эти вот. В них само труднее попасть. Так, все, побежали. Я хочу наконец-то найти этот бар, уехать. И в принципе, как говорится, на сегодня с меня хватит этой игрульки. Что-то я в нее переиграл. Так. И это еще не бар, ага, вот бар. Пожалуйста, пусть тут не будет ни сейфа, никого, ничего такого. Бля, красиво. Красиво. Сказал, что отец был алкоголиком. Думаешь, он был тут завсегдатаем? Наверное. Так, мое самое яркое воспоминание — запах его дыхания. Пиво и сигареты. Это было мерзко. Но кто некотором роде успокаивало. Странно. Но я понял. Мой приемный отец не был алкоголиком, но я помню, как от него размело после работы. Они были хорошими людьми. Он и моя мачеха. Они были строгими, но всегда относились ко мне с любовью. Везунчик. Меня годами обманывали. Так, они были неплохими людьми, просто с ними никогда не чувствовал себя дома. Наверное, поэтому я и нашла работу, поскорее я досъехала от них. Ты поддерживаешь отношения в основном по праздникам, но не особо. Ладно, ладно, давайте искать ключи и поехали отсюда. Ну, бар красивый. Бар красивый, как говорится. Я бы себе такой бы прикупил бы. Так, наконец-то у нас есть колеса. Давай вернемся к машине. Ну, сейчас по-любому здесь монстры будут, так что... просто так мы, наверное, ж не пройдем, да? Так, вернитесь к заправке. Ладно, давай попробуем. Ну да, победите чудовище, чтобы рассеять туман.
Так, погоди. Погоди, не все сразу. У меня еще подлагивает, но тут ничего не сделаешь. Так. Так, все в порядке, все хорошо. Я победю. Всех победю. Так, побежали. Ага, сзади еще бабайка, да? А, ну это с этим бабайкой придется повозиться немножко. По-моему, в него нужно все 32 патрошка и засадить. Так. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Да. Придется все 32. Ну хорошо, что тут еще есть. Что-то погодка мне вообще не нравится. Что-то погодка мне это совсем не нравится. Все, я смогу пройти? Да, смогу, хорошо. Если бы еще помнил бы, как пройти назад, было бы вообще шикарно. Так, по следам. По следам нужно идти вот сюда, да, по-моему. Ага, да, сюда, только у нас патрошков с вами они 0. А точнее 6 штучек. 2. 2 пулечки осталось. Маловато будет. Маловато. Ой, ё! Так, а можно так не лагать, пожалуйста? А может их не надо убивать? Может мы просто пройдем с вами? Или обязательно? Давай попробуем пробежать просто. Не хочу тратить на это все время. Не ваше, не наше. Ну, пробегай, пожалуйста, алло. Так, вы не против? Я вас еще чуть немножко подлутаю. Все, до побачення. Ля, сколько их здесь. Тихо, тихонечко. Ага, дальше я не пройду, да? Дальше я с вами не пройду. Ага, еще и нас забаранили. Понял. Понял, вернитесь в заправки. Не, ребят, мы уже в следующей серии с вами вернемся в заправку. На этой, как говорится, меня хватит. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока и до потом.